А теперь давайте познакомимся с гостями сегодняшней программы, группой Cenotaph. Ребята уже давно играют вместе, записали более 5 студийных альбомов и очень много сольников, объездили больше половины мира, и вот они у нас. Давайте с ними поговорим. Since 1993 I formed a band in Ankara. Начиная с 93 года, я хотел собрать группу в Анкаре. В то время очень сложно было найти участников для группы, именно правильных участников. Я встречался с людьми на разных рок-концертах, метал-концертах, на тусовках, где обычно собираются музыканты, в барах и рок-клубах. Так собрался первый состав, и в 94 году мы записали и выпустили первое демо. Именно тогда все и началось. Как и любой металлист, я рано начал слушать металл. В 11 лет я уже слушал такие группы, как Iron Maiden, Slayer, Metallica, в общем, классический рок. Примерно в то же время я начал обращать внимание на более брутальную и агрессивную музыку. Так открыл для себя death metal. И лет с 12 уже слушаю и играю сам. У меня есть свой небольшой лейбл, на котором мы выпускаем записи метал-групп. Виниловые пластинки, CD-диски и цифровые копии альбомов. Помимо этого, есть еще звукозаписывающая студия в Анкаре, на которой мы пишем разные штуки как для себя, так и для других. Мы отыграли много крутых концертов, и я думаю, один из моих любимых – это Brutal Assault Festival в Чехии. Там было около 40 тысяч человек зрителей. Это был фестиваль под открытым небом. Мне понравилась эта атмосфера. Атмосфера настоящего металла. Зрители нас очень хорошо приняли. Я думаю, что этот фестиваль в Чехии – один из моих любимых.
inspirations, our influences. Что вдохновляет? На данный момент это может быть что угодно. Научная фантастика, хорроры, космос. Прошедшая эпидемия очень повлияла. Да много чего влияет. У каждой песни, по сути, своя история написания и вдохновения. Если кто-то хочет заниматься музыкой и играть в группе, то нужно постоянно практиковаться, оттачивать умение играть на каком-либо инструменте или тренировать свой голос. Ну и, конечно, пытаться писать крутую музыку. Я думаю, это все, что нужно для начала. А на сегодня у меня все. Надеюсь, вам понравилось. Мне остается только попрощаться с вами на эти короткие 7 дней. Слушайте хорошую музыку и оставайтесь с нами на 5-м.